Контент — это не единственный способ маркетинга. Привет всем фанатам CMOS, это снова безбородый выпуск, который перевела и подготовила на русский язык команда сервиса cpool.com. Наверное, у всех создалось впечатление, что я голый, я даже немного неловко себя чувствую, пришлось побриться, чтобы соответствовать костюму на Хэллоуин. Надеюсь, вы не слишком возражаете против моего гладко выбритого лица. Сегодня я хотел бы вернуться к теме, о которой мы говорили несколько недель назад. Мы рассуждали о будущем выстраивания ссылок и о том, как получение ссылок может заменить построение ссылок. Думаю, тема действительно важная. Но я заметил, что в комментариях, твитах и электронных письмах SEO-специалисты, занимающиеся различного рода веб-маркетингом, писали, что получается не совсем честно, что единственным механизмом SEO в последнее время становится маркетинг контента. Необходимо создать особый контент, предложить его людям, которые будут на него ссылаться. И это действительно единственная возможность для SEO? Нет, это не единственная возможность, хотя этот способ очень эффективен и популярен. Думаю, с теми, кто добился определенного успеха в этой области, соревноваться сложно, но существуют и другие варианты. Вот здесь наверху у меня Люк Скайуокер. Я хотел бы преуспеть в веб-маркетинге, но мне не хотелось бы инвестировать в контент. А здесь я нарисовал оранжевую Йоду, возможно, надо было бы его сделать зеленым, но существуют другие способы. Это было ужасно. Йода, так вот, мы пройдем через это, мы вместе во всем разберемся сегодня. Так давайте поговорим об этих других возможностях. Их, конечно, немного, но они существуют. Номер один. Взаимоотношения, репутация и отзывы. Здесь, в Сиэтле, существует организация Washington Partners, брокеры по операциям с недвижимостью. Их используют практически все стартапы, включая CMOS. Не сказать, что они активно представлены в онлайне, они не создают тонны контента, на самом деле они практически не создают контент. У них нет блогов, нет твиттера, они не инвестируют в соцмедиа-маркетинг. Они не делают ничего, что у вас ассоциировалось бы с действиями SEO. При этом у них высокий рейтинг, и у них огромное количество клиентов, потому что отзывы о них самые положительные. Когда бы я ни говорил о Клее Нильсене, одном из брокеров компании, меня переполняют эмоции. Мне его порекомендовали на моем сайте. Когда бы я ни разговаривал с новичками, которые ищут свободные площадки, я всегда показываю пальцем на этих ребят. Они номер один, и они просто великолепны. Они за вами заедут, провезут и покажут все. Чего бы нам ни хотелось, что бы нам ни нравилось, они вкладывают свое время и энергию. Они рассказывают правду, так они могут сообщить, что отличное место, но собственник не очень. Благодаря такому подходу они завоевали себе фантастическую репутацию, получили фантастические отзывы и тонны ссылок. Если взглянуть на их обратные ссылки, реальные люди действительно их рекомендуют, и это никак не связано с контентом, это благодаря их отличной работе и отзывам. Номер два. Феноменальная реклама. Это используется и офлайн, где бренды с хорошей онлайн и офлайн рекламой привлекают к себе внимание. Вспомните крупную страховую компанию, спортивный бренд, даже бренды электроники. Они далеко не всегда инвестируют в контент, точнее, некоторые инвестируют, а некоторые нет. Но в свой контент они включают рекламу, которая в свою очередь включает баннеры, видеоматериалы, даже такие классические средства, как билборды. Те, кто креативно подходит к созданию рекламы, кто привлекает к себе внимание и чьи рекламные ролики на YouTube смотрят миллионы людей, они выигрывают, они получают ссылки и внимание, трафик. Поскольку они способны на высоком уровне монетизировать свой бизнес и получить признание в сети без необходимости инвестирования в контент и SEO. Номер три. Вирусные продукты и услуги. Позвольте привести мой любимый пример. Это SurveyMonkey. Впервые вы можете столкнуться с SurveyMonkey, потому что кто-то просто дал вам ссылку на опрос. Вам дали ссылку на опрос, где указано «Организовано SurveyMonkey», хотели бы вы провести свой собственный опрос. Их рейтинг сейчас достаточно высокий, потому что они уже достаточно долго представлены на рынке, но при этом они не уделяют внимания маркетингу контента и не вкладываются в SEO. Они предлагают вирусный продукт. Почти все, кто проходил опрос, могут ответить «Да, возможно, я хотел бы провести опрос, вернусь к SurveyMonkey». Просто задумайтесь о росте таких компаний, как Pinterest или Etsy или любой другой, где бизнес выстроен на платформе, предполагающей регулярное или совместное использование. Такие вирусные продукты и услуги будут востребованы и без инвестиций в контент.
Номер 4. Создание сообщества и участие в нем. Я знаю немало брендов, у которых это успешно получается. Они не предлагают тонну контента на своих сайтах, но при этом они занимаются одним из двух. Они инвестируют в сообщество, которое может быть расположено как на собственном сайте, так и на нейтральной площадке. Через соцсети, Facebook, Twitter, через LinkedIn, через Quora, через форумы, через блоги, они активно принимают участие в жизни сообщества и предлагают активную платформу на своем сайте, где они не уделяют большого внимания контенту, они выступают в качестве пользователей, предлагающих платформу для контента. Отличный пример такого подхода — Stack Exchange. Сами по себе они не создают много контента, весь контент создается их пользователями, а они лишь от случая к случаю принимают в этом участие. Модераторы, создатели принимают участие в жизни таких сообществ. В этом случае они получают много контента, который не был создан ими. Они получают внимание со стороны сообщества, что подразумевает многочисленные ссылки, благодаря чему рейтинг у них достаточно высокий. GitHub — еще один хороший пример подобной платформы. Как бы вы ни думали, я не хотел бы концентрировать свои усилия на контенте, или это единственный вариант, который нам оставил Google, это не так. Я хочу вас спросить, в чем сила, брат? Каковы ваши сильные стороны с точки зрения маркетинга, с точки зрения будущего вашего продукта или услуг? В чем уникальность вашего бизнеса и его сила? Чем вам нравится заниматься? Вам нравится писать в блоге? Вам нравится Twitter? Вам нравится комментировать на форумах? Нет, выбирайте другой способ. Вам нравятся личные встречи с людьми и предоставление качественных услуг? Это отличный и вполне приемлемый вариант развития. Что вы можете делать и что разрешается делать? В определенных сферах существует большое количество ограничений и требований, внедренных администрацией, начальником, командой. Эти моменты тоже приходится принимать во внимание и затем спросить себя, а в чем слабые стороны моих конкурентов, во что они не инвестируют? Было бы очень хорошо, что в SEO-мире, в мире маркетинга и контента, было бы много людей, заполняющих пространство контентом, а не в других сферах. Возможно, те другие варианты предлагают вам возможность инвестировать и получить прибыль. Совершенно не обязательно действовать по классическому принципу. Я получил хорошие ссылки с анкорным текстом, ссылающимся на мою страницу, поэтому мой рейтинг теперь номер один. Существует и масса других способов. Запомните, интернет-маркетинг — это не только поисковики, соцсети или только контент. Интернет-маркетинг объединяет все эти аспекты и предлагает отличные возможности получения прибыли от своих инвестиций, если вы их ищете. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и смотрите нас на следующей неделе. Пока.